Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас опять полетный день. День знаковый, потому что я привез сегодня, ребята, не только самолет, но и очень уважаемого и хорошего человека, моего друга, который, собственно, начинал делать этот самолет. Он сделал здесь раму, каркас крыла, каркас фюзеляжа. Ну, а все остальное уже делал я сам. Удлинял фюзеляж, обтягивал, ставил мотор. Вообще-то изначально это должна была получиться кордовая модель самолета. Ну, я думаю, она бы очень дерзкая была. Культура веса была соблюдена Славиком. То есть здесь он изначально весил 900 грамм, каркас весь. Но я, как обычно, сделал все мощно, все крепко. И в итоге самолет весит где-то 3200. При тяге около 4 килограмм. Но летает хорошо. На моем счету уже около 6 удачных посадок. С капотом ничего не ломается. Кстати, да, капотик я поставил. А вот, зацените какой. Ну, отверстие надо облагородить. Я его просто увеличивал и забыл облагородить. Изначально оно ровненькое было. Вот. Шасси не ломаются, винтики не ломаются. Последние 6 посадок были отличные. Правда, сегодня ветерок. Не знаю, как получится. Но надеюсь, что хорошо. Слушайте, собаки и здесь. Видите, нету никого. Чистое поле. Откуда они берутся, я не знаю. Это дикая собака динго, наверное, да? Чувствуется вес. Ну, 3 килограмма. Да, вот это агрегат еще. Ну, ты мне скажи, как тебе конечный результат? Более-менее понравился? Красота. Это, наверное, мечта. Сейчас будем стартовать и посмотрим, как оно вообще работает, и как вообще летает с капотом, и как я летаю, что я могу. На сегодняшний день. Смотри, я же сейчас тебе на голову капать может начать. Уже? Так, стартуем, ребята, пока дождь не пошел. Какие-то маленькие, по-моему, капли уже есть. Но мы решили твердо, что будем стартовать. Я начну стрелять. Будем заходы делать на посадок.
это пристрелочный. Сейчас подальше отлечу. Дождик начинает. Точно. О, блин. Все, это будет посадка. 100%. Не было печали. Да-да. Мы посадили самолет. Более-менее нормально. Песня. Ну я понял, здесь главное желание. Здесь главное упереться. Как бы тебе плохо не было, не паниковать и брать и садить самолет. Самолет сами видели, как неустойчиво себя ведет. Ну, в общем-то, как-то так. До следующих политушек. Славе горит холодный мотор. Да? Ну как тебе самолет, зверь? Красота, вообще бомба просто. Да. Это реально крутяк.